Чем быстрее придете, тем быстрее. Юрий Николаевич сказал, что чем быстрее построить, тем быстрее придете. Раньше сядет, раньше выйдет. Четвертый этап. Четвертый этап приготовился. Это девушки, да? Ну, девушки, они более активные. Пятый юноша. Девушки, юноши, смешанные. Все, все, все. Да, вот мужчины. Смешались. Вот идите сюда, молодцы. Красавцы. Так, пошли быстренько, быстренько пошли. Так, быстро, активно. Их кто-то ведет, Юрий Николаевич, что? Или задерживает. Вот у нас начинает первыми стартовать спортивный клуб «Риск». Мужественные ребята. Мужские команды, смешанные команды. Десятый этап. Пятый этап приготовился. Десятый. Сюда. Десятый этап. Десятый этап пошел, как сказал Юрий Николаевич. Просто даже побежал навстречу победе. Пятый этап. Пятый этап. Вот так, паспорт. Вперед. За ней, за ней. За ней не отставать, не отставать. Да, за свои. Судья это, да, Павел Юрий Николаевич? Они прямо активно, смотрите, прям к вам подходят. Сейчас судья их поведет на подвиги. Рано раздевается, скорее. Так, все за судьей пошли, не надо смотреть на меня. Вот за судьей пошли. Вот девушка вас повела. Юрий Николаевич, не волнуйтесь, вот сегодняшняя погода к тому, чтобы быстрее прибежать, правильно? Главное, чтобы убежать. Нервничать. Шестой этап, подойдите ко мне, шестой этап. Видите, у вас прямо лежит. Ну, ребята, в добрый путь, с Богом, победа вам, мужество! Так, первый этап, идемте прямо сюда, к протезному заводу. Передача инструмента, а? Шевелиться немножко. Это и оздоровительное, а что-то из них становится по-другому. Небольшими спортсменами. Хорошее дело.
Участник эстафеты Древней Москвы. Свердловский тоже участвовал в эстафете. Отличник физической культуры. Мои два воспитанника были. Я тренером был еще раньше, еще в институте, по Садовому кольцу бегал, когда еще учился в институте в Ильсовном. Снимают тоже на видеофильм. Минуту косов, ты даже концом застал. Ну, выключи пока. По сусекам выгребаешь. Так выключи. Выключи. Совсем. Лучше ее расстегнуть. Че? Курочка разговаривает пиджака, поэтому она только ухудшает видимость. Так что подумай. Да. Что-то галстук надел, это одно. Да, ты портишь все впечатление. Раньше просто один старт был, а сейчас их три или четыре. Они через Африку бежали. Ну. Тысячи километров. Так они побежали вроде через нас на восток. А чем кончилось? Так это года два прошло, что ли? Они должны были за полгода пробежать, по-моему, да? По городу пробег был как-то. А был еще вокруг Черного моря, кстати, пробег. А я тоже стороной знал. Пистолеты что-то обошли, да? Обошли. Че, всего двое? Че, первый этап закончен? Быстро, молодцы! Пошла! Как всегда, прозевал. Бурная продолжительная. А что он конус везет? Как трофей? Пошли. А, разгонять народ? Проверяет. До финиша доезжайте. До финиша. Ну, пошли на финиш. Прямо. А где фанфоры? Прямо. Болельщиков сегодня мало. Стартовало вроде трое, а финиширует пятеро. Один сошел, потом еще несколько пришло, да? Ну а где духовой оркестр? Колесо сломалось, у него колесо не крутится, они перезаняли.
Я захожу, звонил. Давай, это он скоро едет. Господа, дается старт. А чем? Ракетница будет или чем? А? Ракетница или чем? Там перед нет. Вторым этапом, да? Лежит полицейский, аккуратно. Лежачий, лежачий, не просто полицейский. Команда будет следующая. Внимание, Что, тебя используют? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Иди вот так вот. Да не-не-не, ладно. Так, поехали, ох, поехали. Пять команд. Внимание! Поехали! А никто не летел, сейчас обгонит. Да, сейчас, конечно, не туда. Вообще, ну что это такое, а? Что, ракетницу не смогли приобрести, что в городе ни одной ракетницы? Ну, так. Вы должны ехать впереди. Так, все отошли, все идем туда сейчас. На финиш? На один финиш. Они там напрямую бегут на финиш. Так, здравствуйте. Николаевич, как тебе здоровье? Боюсь. Уже на этапах не успеешь. Да, да. А, на встречу можно пройти? 11 минут у меня осталось. Порядка 2 километров, они должны бежать минут 6. Так что, и раньше такая же была трасса? Ну, примерно то. Ты хочешь сказать, что надпись осталась 60-го года? А? 65-го года нет, надпись осталась? Асфальт-то каждый год, наверное, меняет. А, уже бегут. Это они пока там, южнее новые, да? Ну да, да, да. 150. Уже первый этап вернулся. Идите в дорожке, финишируют люди. Это не надо? А что? Сколько мы сейчас? 150? 100. Ну, конечно, мутит, зерна много, 500-кратно. Так, поворота подбегут. 72. Ну, сейчас видишь в основном машину. Ну, передачу я зафиксировал одну. Зафиксировал? Да. Ну, блин, все, пошли. Последний на этап? Финиш. Да, пошли на финиш. Все, подбегает уже близко. Ну, то не успе... ну что ты мне говоришь? Я ну, ты же не успеешь на что? Финиш. А я же веду. А, перед... на финиш ты сам не успеешь. Ну, пошли. Давай, попы. Давай, Сто пятьдесят один, откуда появился? Где? Пацаны, первый.
У меня как не помню, что ты не видишь. Он вообще ушел. Ты же понял, встал вон там. Когда все запустили, я болею душой и сердцем. Иди там, а записывайся. Ну никак не веди. Давай курить. Давайте курить нахуй. Уважаемый, команду твою снимем. Почему? Нельзя бежать. Да. Ну, тебя записали, как будто же человек торговал. Ну, все, они делать. Первый раз будут знать. Да, первый раз они. Не-не, ну не волнуйся. Кого с ними? Чтобы знали, чтобы знали. Прибежал. Да я оттуда бы видел эту. Я подбадривал своего бойца, я мог. Надо сказать. Потому что нас не очень разнается, что нельзя вывести. Последнее китайское предупреждение. Ой, я в тебя просто не вижу. Здесь прибежал, он один сюда прибежал. Да я оттуда увидел, догнал его. Быстрее бежал. Это разорался меня. Внимание! Макс! Убежали! Пауза прививки! Толкайте, если делаете. Так, готовы, судьи? Вы сами, да, со старту. Внимание! Марш! Это же вас! Вперед! Давай! Накина давай! Накина давай! Ты уже раз обращался или нет? Тебе обращаюсь. Вот ты стоял там, я говорю, ну что-то не видно там. Меня? Конечно, я вон там стоял и видел тебя, а ты меня не видишь. Поэтому, а ты никого не видишь? Девчонки стартовали? Да, да. Смешанная. А как там, какой? Так, за линию все зашли. Ух! Как всегда, когда что-то интересное, пока другие уже пропадают. Я был Василий Стар. Сын, да? Сын, генерал. Он был, конечно, такой разбитной. Часто? У меня, конечно, извините. Он воевал, он был Он уже войну был генерал, да? А потом, когда приезжали, брал спортсмены из Динамо. Поэтому с Берии всегда стычки были. Потому что он отбирал отовсюду. И команда ВВС, одна команда разбилась под Свердловском самолетом. Единственный Бобров уцелел. Он в Новосибирске отстал от самолета. Я на счет был тут. И вот он, Вик, он там еще. Ну, вся сборная Союза остается была. Как могу сказать, так немножко перебить, я просто лыжами занимался. Я первый взрослый разряд заработал на Завьялово. Раньше был отсюда. Пришел, меня сейчас спрашивают, ребят, мы знаем. Бегут! С какой школы? На финише бегут! Первый. На каком этапе бежишь? На первом. А я раньше бегал на четвертом. Ну, тут нету ни на первом. Парень заболел, он говорит, ты не будешь на первом. А я никогда не любил бегать первый, как раз не так. Это ответственность. Как бы тут народу в два раза было больше, если не в три, чем сейчас. Ну, мы-то с одно поколение, сейчас другое, конечно. Совершенно разное. Даже вот разница 5 лет, а... Да? Это с какого года? 82? 83. 83? Да. И все равно даже я думаю, И меня это вот это все так забрало по-спортивному. А что, футбол занимался? Да. Здесь встал. И такие стоят тоже, как вот сейчас первые все бежали. Так, это уже последний-то забежал, да? Да, да. Передачу я не уследил. Да, конечно, беги скорее на финиш. Все. Бегом, 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 бегом! Я бегу! Подождите, я сейчас побегу! Подожди, 12 побежал.
Ну как, почему? Почему нельзя будет? Другое дело, вот с номерами можно было... Не, ну конечно, если была комбинированная эстафета, это было бы гораздо зрелищнее, да? Как у нас на кольце. У нас еще есть 90 в запасе. Итак, пожалуйста, внимание. На всех разрешаю. Присесть. Пожалуйста, аккуратно, девочки. Главное, чтобы не сидел полицейский в засаде, да? С тобой вечера открываю.